Курили. Дядя Вулкан вечно дымил своей глиняной трубкой. Тысячу лет подряд курю, это дело я люблю. Захочу, захочу, всех дымить я научу. Дядя Паровоз тоже. Вышеталый уголек, путь далек, путь далек. Захочу, захочу, я всю землю закопчу. И все жители нашей страны их ужасно уважали. И дядя Пароход очень любил курить, но у него часто промокали спички. Эй, приятель, одолжи огоньку. Они так здорово дымили, они так здорово коптили, что я им очень завидовал. И мне ужасно хотелось стать таким же большим и уважаемым. Это со мной. Ой, мама, я еду. Ой, я, кажется, плыву. Я-то думала, здесь кто-то варит обед, а это курит. О, маленький крокодильчик курит. Ну, на что это похоже? Как это на что? Это похоже и на паровоз, и на пароход. Ой. Нет. К сожалению, это похоже скорее на вулкан. Ты же никуда не уехал. Что, на вулкан? Это тоже неплохо. Да, но иногда он взрывается. А это, поверь, очень плохо. Ха-х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 а-
Ой, ой, я, наверное, тоже взорвусь. Ой, помогите! В больницу, скорее в больницу. Не взорвись, не взорвись. Так, на что жалуетесь? Это вулканчик. Он сейчас взорвется. Что? Как взорвется? Помогите! Ничего, ничего страшного, ничего, ничего страшного. Скажите, ну скажите, а. Неужели правда? Честная крокодильская, ва! Честная крокодильская? Ну что ж. В море я плыву, дым уходит в синеву. Ту-ту! Это ты! Тебе нельзя узнать, что случилось? Просто бросил курить! Ой, неужели правда? Честная паровозная, тепловозная! А дядя вулкан-то докурился.